Тебе что-то надо? Нет. Эй, тебе что тут надо? Эй, ты! Я тебя тут раньше не видал. Я Джейкоб Д'Анджело. Все зовут меня просто Ди. Сэм-Джон, Дикон. Это ты тут, значит, заведуешь стволами? Точно, дружище. Нужны пушки? У меня есть. Если у меня нет, значит их... Эй, капрал, пока. Капрал, что-то нужно? Привет, сержант. Новенький? Я Калиб. Калиб Томлинсон. Дикон Сент-Джон. Капрал, удачи. Капрал Сент-Джон, верно? Да, сэр. Входи. А я вот тут пью чай травяной. Спасибо лейтенанту Уитекер. Хочешь попробовать? Улучшает пищеварение. Нет, сэр, спасибо. Я просто искал график дежурств. У меня для тебя работа. Эти люди, хотя разве это люди, забрали нашего человека. Лейтенанта Джустину Норвуд, офицера. Она у них, так что... Да, я спасу ее, сэр. Такие люди, как ты, помогут нам спасти мир. Ты свободен. Ладно, так о чем была речь? Капрал Сент-Джон, ты мне нужен. Жду тебя в Diamond Lake. Вас понял, я буду как смогу. Капрал, привет. Привет.
Я видела его с капитаном Коури. Пропустите. За работу, парни! Шевелись! Капрал, прием. У меня есть дело, требующее уникальных способностей. Конечно. Да, сэр. Помнишь Васкиса? Того, что в самоволку ушел, мы проследили за ним до лагеря лесорубов. Помню. Этот человек, сержант Ли Андерсон, был его напарником. Его почти задержали, но он убил охранника и сбежал. Неплохие понятия о чести у ваших людей. У наших? Ты сам из наших, между прочим. Я отметил на карте место, где его в последний раз видели. Кстати, как и Васкис, он был не один. Класс. Марш, марш! Марш! Шевели задницы! Думаешь, так утратят фриков? Да ни хрен! Открывай! Сен-Джон! Капрал Сен-Джон! Как меня слышно? Эй, эта херь вообще работает? Не пошутил. Тейлор, Паша, твоя рация. Что такое? Дикон Сен-Джон! Это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел, сам не присяги. А вот надумал цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту петли ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Вызываю лейтенанта Уивера, я у шахты. Хорошо, теперь осмотрись. В рапорте говорилось, там есть наборы для тестирования руды. Возьми один. Набор для тестирования. Понял. Киноварь красноватая, но не яркая. У нее тусклый блеск, мимо не пройдешь. Проведи тест. Нужно, чтобы содержание в руде было не меньше 60%. Хорошо, понял. Набор для тестирования руды. Где мне тут искать этот набор? Может, в одной из этих лачуг? Тут ничего нет. Канистра. Мне нужен набор для тестирования, не топливо. Ну вот, набор для тестирования руды. Ура! И вот сегодня я узнал. Ладно, чего он там сказал? Красная руда, тусклый блеск. Киноварь есть. Годится.
Очень хорошо. Ага, киномарь, это хорошо, хорошо. Чё за звук? Ура, хорошо. Посмотрим, что там с насосом. Спокойной ночи. Да, пойдет. Ладно, проведем тест. Нужно найти еще. Да, нормально. Вода сходит. Надо собрать руду и свалить отсюда побыстрее. Посмотрим, насколько она чистая. Ага, в самый раз. О, еще немного. Киноварь, да. Да, пойдет. Теперь надо потестировать. Еще один-два куска и все. Киноварь, да. Давай, руда, посмотрим, насколько ты чистая. Ага, то, что надо. Нужен еще один. Шахта лифта дает. Куда она ведет?
Есть только один способ узнать. Что это там? Еще один тоннель. Походу, им уже давно не пользовались. Ха, сюда я еще не забирался. Маячок Неро здесь? Еще один регион. Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Да, хорошо пошло. Боже, ну и великан. Да, еще какой. Заметка номер 2072. Мы в секторе 69. Вы... Где мы? Шахта Лост Кэбин. Спасибо. Лейтенант Уивер, говорит Сан-Джон. Все, я добыл кино. Мы усыпили представителя Homo sapiens mutans serparus десятью тысячами миллиграммов кетогена, основываясь на заявке номер 2076 миллиграммов. У меня в палатке припасена бутылка. Чтобы нейтрализовать Homo sapiens mutans albino. Ты когда-нибудь видел? Мы проследили за ним его основного ареала. Что вы как не затрогали? На северном берегу. Видите нахер. Видимо, раньше это был дом администрации. В общем, да. Завези кино при первой возможности. Мне от тебя еще кое-что касательно его миграционных привычек, модели проживания или... Или как он вымахал до таких размеров? Есть у вас теории? Да, вообще говоря, есть. Правда? Да. Анализы крови показали, что у Homo sapiens mutans carparosus чрезвычайно завышен уровень анаболических стероидов. Стоп. То есть до того, как заразиться, они были качками? В общем, да. Я не говорю, что они все качались и принимали синтетические андрогены. У некоторых, наверное, от природы был повышенный уровень, но результат тот же. Да? Какой? Они могут разорвать тебя на куски. Так, грузи эти образцы в ящик и... Тейлор, пашет твоя рация. Что такое? Так о чем была речь? Дикон Сен-Джон, это самое я. Я так просто решил проведать, как ты там. Я же тебя не видел с самой присяги. Вот это был цирк, скажи. Тейлор, знаешь, я занят. Что? Что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. Извини, чем? Ладно, так о чем была речь?
Что, что за хрень они тебе там поручили? Меня тут типа в пехоту упекли. Ходим целыми днями, жжем гнезда, рубим деревья, бревна таскаем. А, извини, чем ты говоришь занят? Исследовательский проект. Меня посылают водище со сырьем для... Короче. О, черт, я об этом слышал. Да, да, видел это оружие. Биологическое, химическое, чтобы всех фриков спалить, так? Так, все. Мне пора. Ладно, ладно, слушай, тут такое дело. Я просто не уверен, что правильно сделал, вступив от... Его подпишут! Ладно, ладно, слушай, тут такое дело... Просто не уверен, что правильно сделал, вступив в эту армию, понимаешь? А, Тейлор, что у тебя за рация? Тебя точно не прослушивают? О, черт! Я так и думал. Ладно, все, конец связи. Как тебе, падла? Больше ты никого не подкараулишь. Сент-Джон! Как меня слышно? Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я втуплил так этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Капитан Коури, я там, где в последний раз видели сержанта Андерсона. Если на нем наша повязка, принеси ее мне. Не хочу, чтобы ее носил вонючий предатель. Вас понял. Конец связи. Зажигаем. Андерсон, давай сразу к делу.
точно где-то здесь. Да где же он? Куда? О, черт, волки. Надо же. Так, надо осмотреться. Ладно, посмотрим. Господи, это они что, Андерсона тащат? И как мне теперь забрать свой трофей? Лагерь мародеров. Вот эти козлы и устраивают засады на дорогах. Надо найти другой вход в пещеру. Капрал Дикон Сент-Джон! Как меня слышно? Эй! Тейлор, что тебе нужно? Ага, ты на связи. Короче, я вдуплил, как этой штукой пользоваться. Теперь у меня защищенный канал и все такое. Как дела, чувак? Тейлор, я сейчас занят, так что... Да, заметка да, номер да. Извините. 1463. В общем, тут прошел слух, что кто-то провозит наркотики в лагерь прямо под носом. Я не употребляю, так что нет. Я вообще не в курсе. А что? Не-не-не, я тоже не. Просто тут этот парень, один из новобранцев, где за себя ведет. Приезжает, уезжает, куда-то приезжает. Я подумал, прослежу-ка я за ним. Посмотрю, чем он занимается. Как вирус? Да, этого еще не хватало. Просто скажи Коури, он сам разберется. Ты понял? Мы же видели кошек, собак, птиц, волков. Я не знал, что так бывает. Сэнджон, ты знаешь, что поговори с одной мирой, как там для вируса и так и без понятия. Вируса через контакт с жидкостью. Слюной, кровью, Тейлор, семенем. Вот куда тебя несет? Гадость какая. Еще и хотя в основном оно поражает мой капитан. Показали, что надо было поправить здоровье. Птиц, рептилий, даже насекомых. Мне надо попасть в ты пещеру. Ты знаешь, сколько в мире млекопитающих? Много, наверное. Пригодится. Да, много. 5488 видов, по некоторым оценкам. Это радио «Свободный Орегон». Правда. Освобождаем. Не сегодня, Коуп. У меня нет желания слушать. Еще трофеи. И что это значит? Для нас? Скелетную мускулатуру этого субъекта. Опухший, вспученный надсуставной бугорок, бугристость лучевой кости. Нормальный волк может развивать скорость до 37 миль в час. И до 60. Для нас это означает вот что. Нам надо радоваться, что большинство млекопитающих скоро вымрут. Лучше уж они, чем мы. Повязка ополченца еще на тебе. Уж лучше они, чем мы. Черт, шатун. Капец мне.
Свободный Орегон. Правда освобождает. Нет, я не в настроении. Сборище убийц. Нужно перебить всех до последнего. Пригодится. Завалил падлу. Дело за остальными. Yeah.
наркоманов уже перебили, а? Капитан, я нашел вашего Андерсона. Вы были правы, повязка была при нем. Он мертв? Ну, скажем так, стая волков добралась до него раньше, чем я. Ну что ж, собаки, собачья смерть. Да, сэр. Спасибо, капрал. До связи. Чем могу помочь? Я не видел тебя здесь раньше. Я Лукас Монро. Да, я... В общем, я только прибыл. Дикон Сен-Джон. Ну, ты осмотрись тут. У меня тут всякие запчасти для байков. Если кредиты есть. Ага, ладно. Да, порция старого доброго топлива. Получите. Счастливо, капрал. Ну, не будь осторожен. О, сержант. Как бухарь говорит, койка зовет. Капрал, могу я быть полезна? Ты здесь недавно? Я Руми Икеда. Дикон, Дикон Сен-Джон. Это ты тут принимаешь трофеи? Да, конечно, капрал. До новых встреч. Мое почтение, капрал. Как жизнь? Привет. Капрал, чем могу помочь? Погоди. Я сейчас. Капрал Сен-Джон. Уэйд Тейлор вызывает Дикона Сен-Джона. Я
Я слышу шум мотора. Только не говори, что ты поехал за этим наркокурьером. Ладно, ладно. Не скажу. Но так и есть. Тейлор, ты дождешься, что тебя грохнут? Да нет, нет, нет. Короче, я поехал за ними по трассе. По 97-й? Слушай, да ты не волнуйся, это ж был белый день, и погода хорошая. Я ни одного фрика не видел, но я обнаружил группу людей, и они засели на лыжной базе. Ты вот знал, что здесь есть лыжная база? Я не знал. Тейлор... Там кайфовые условия. Если мне надоест тянуть лямку, я тоже туда подамся. О, черт, все, мне пора. Они тормозят у другого лагеря. Ха, конец связи. Тейлор! Тейлор! Черт! Этот придурок себя угробит. Дик! Стесни его! Прикончим его! О, нет! Убили! Дикон Сент-Джон вызывает капитана Коури. Сент-Джон вызывает Коури. Сент-Джон, я только что от полковника. Он перевел тебя в отдел исследований? Отдел исследований? Ну, можно и так это назвать. Я помогаю лейтенанту Уиверу и лейтенанту Уитакеру. Хорошо. Им помощь точно не помешает. Уж не знаю, много ли от меня им помощи. Я ж, по сути, так, на побегушках. Короче, я потому и вышел на связь. Лейтенант Уитакер сейчас дала мне заказ на дрожь. Дрожь? Секунду. Мы отправляем патрули за припасами. Когда они натыкаются на что-то потенциально полезное, они делают пометку. Да, вот. Дрожжи и пекарские ингредиенты отмечены на кухне в домике администрации в Крейтер-Лейк. Знаешь где? Да, я найду. Удачи, капрал. Конец связи. Ладно. Где? Вот ты где. Это здесь. Что тут у нас? Я на верном пути. Селок! Да чтоб тебя! Да что ж такое? Надо забрать мои вещи. Забрать вещи. Только бы не попасться им. Ага. Мое.
Здесь кто-то есть. Давай, давай! Твою же ж мать! В ушах уже звенит! Добить этих козлов. Thank you.
передвижной медпункт. Надо забраться внутрь, может... Может, найду еще один инъектор. Давай, бей его! Что за черт? Что? Это люди! Thank you.
туннель на запад. Видимо, Неро не хотели никого пускать к побережью. Свой бункер. Он же у вас точно есть. То, что надо. Вот, порядок. Сломан. Ну-ка. Зараза, предохранитель сгорел. Где мне теперь взять предохранитель? Так, надо осмотреться. Люк, ага, вот он. Навык не растерял. Карта. Они тут все подробно разметили. Это здесь.
Посмотрим, что тут у нас. Предохранитель. Да. Вот теперь дело пойдет. Ну вот, порядок. Сейчас они все сюда сбегутся. Ладно, посмотрим. Прекратите. Еще один регистратор. Что тут происходит? Вырубилось. Как нам выбраться? Тихо. Как? Подожди, еще пока один уектор. Хорошо. Проклятые ополченцы. Уже второй раз натыкаюсь на этих уродов. Ну, больше вам не придется ездить по зонам захоронений. Да. Знаешь, это чтобы глаза не слепались. Я по этому делу скучать не буду. Это все равно, что отбрасывать волны лопатой. Бессмысленная трата времени. Понятно. И что же теперь? К этим козлам я не пойду, это уж точно. У меня есть карта,
Мы собирались рыть зоны захоронения. Ах, к черту, назовем. Вещи своими именами. Братские могилы отсюда и до Сироус-Бич.